Привет, мои хорошие. Увидела в окошко я такие капельки красивые. Ну, красивые капельки, короче. Дождь идет и на деревьях так висят. Думаю, пойду-ка я хотела сфотографировать. Но подошла, что-то плохо видно. Ну, в общем, смотрите, что я тут наснимала. Дождик идет. Да, пуховый. Такая вот дождливая серая-серая погода. Пуховый уже тут как тут. Угу. Ну как без него? Вот как без него можно что-либо снять? Вот без него как обойтись? Не знаю. Своим хвостом здесь, да, пуховый? Пуховый. Ты прям никак не можешь без меня жить. Ну, так и крутишься у меня под ногами. Я вообще-то не тебя пришла снимать. Не тебя. Понимаешь ты, не тебя. Так что ты мне не мешай. Я хотела вот показать вот этот. Господи, забыла, как его. Блин, не лезь. Фейхоа, он у меня на улице зимует. Листочки не отвалились пока, ничего, первую зиму оставила его, не знаю, насколько он выживет у меня. Сейчас идет дождик. Сейчас идет дождик, а этот крыса такая, такая крыша бегает тут за мной, прям мешает мне, мешает. Крысёнок мой маленький такой. Лезь, говорю. Не мешай мне. Хочу показать вот этот цветочек. Он у меня с осени вылез. Ни туда, ни сюда. Я думала, вообще он у меня пропал как-то. Вот. А потом смотрю, что-то вылазит. Говорю, неужели живой? Вот живой. И начал расти. Ну и вот так вот он сейчас торчит. И морозы были, все были. Но вот он пока вот такого... состояние. Пуховый, уйди! Вот. Не знаю, как с ним дальше будет что-то. Я уже показывала вам розочку. Вот смотрите, какая она. И снег был, холод был. Она листочки не сбросила. Так под этой чеплашкой и растет. Вот. А дальше не знаю, как. Она даже уже новые почки там дала. Там вот видно, не видно? Красненькие точечки, почечки у нее такие появились. Морда твоя, морда твоя. Что хочу еще показать? Черная смородина, посмотрите, почки уже вот-вот, видите, какие свежие почки. Ой, не знаю, что из них будет, господи, только бы мороза бы не было. Вот все вот это вот почечки уже вот то гляди распустятся. Чего ж плюсовая температура стоит? Кто-то говорит, поздняя весна будет, кто-то говорит, ранняя весна будет. Ну, в общем, это и все по телевизору я это слушала. Видно, не видно, лук у меня идет в рост. Вот так вот растет лук. Вот такая моя петрушка. Немножко, конечно, ее прибил, но листочки все равно свежие. Не замерзшие, не сгнившие, ничего. Так. Сажала вот я смородину черную тоже. Посмотрите, тоже почки какие уже. Видите, это новый кустик. Я веточку обрезала, я показывала как-то. И сажала. Хотя она мне не особо нужна, но посадила тут с краю, так вот она и это. И вот тоже, смотрите, какие уже почки. Ну, и что будет дальше, непонятно.